Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы начнем играть в игрушку под названием Subnautica. Меня уже давно ребята просят, чтобы я позаписывал данную игрушку, потому что она не только интересная выживалка, подводная, необычная, но еще очень-очень красивая атмосферная игрушка. Находится она в раннем доступе еще уже довольно давно, на самом деле, вот. И обновляется не так часто, как хотелось бы, и обновления не такие прям уж очень большие и глобальные, как хотелось бы, но разработка идет, разработчики добавляют, вот в декабре у нас вышло обновление, где добавили после взрыва Авроры корабля, в общем, сейчас будем смотреть на все это дело, будут оставаться, ну, генериться обломки, которые можно исследовать, находить там лут какой-то, вот, ну, посмотрим. Посмотрим. Давайте начнем. В любом случае, не будем долго тут сидеть в меню. Это неинтересно. Хочу поплавать. Поплавать. Так, на выживании будем играть, да? Я, в принципе, нубас еще в игре. Хардкорное выживание мне явно не светит. Я так только тут немножечко разобрался с управлением, можно сказать. Ну и будем потихонечку изучать игру. Вот. Буду рад вашим советам, подсказкам в комментариях. А, блин, а я ждал, что нам ролик начнут показывать. Я все время пропускал это интро небольшое такое. В общем-то, мы... Вот они мы. Вот, да, необычный такой вот даже вид у нас есть. Мы видим свое тело, руки, ноги. И мы спаслись на небольшой спасательной капсуле с вот этого корабля, который упал в просто бескрайний океан. Может быть, это прям вся планета такая водная. Сразу мне вспоминается Интерстеллар. Ну, короче, Интерстеллар. Сообщить об ошибке? Нет, спасибо, неинтересно. Табом у нас инвентарьчик открывается. Это наши чертежи, которые у нас есть. Мы можем построить свою базу. Со временем обязательно мы это сделаем. Лог у нас пока что пустой. Нам сейчас будут периодически появляться сообщения о состоянии Авроры. И она взорвется. И вот после этого как раз будут спавниться. Ну или генериться просто разные обломки. Так, что у нас тут есть? Это я ходить могу, да, понятно. Стекло, литий, нож. Приятно. Наверное, надо сначала так сделать, да? И фонарик у меня есть сразу. Два полезных инструмента. То есть вот этот вот лут, 4 айтема каждый раз, когда мы начинаем игру, разные, как я понимаю. Фонарик нам пригодится плавать по ночам. Так, ну и что? У нас больше пока ничего нету. Пойдем собирать ресурсы. Нам здесь нужно будет пить. Желательно воду пресную, кушать что-нибудь. И следить за воздухом внимательно. Внимательно. Вот рыбок можно ловить. Но у меня плохо это получается. Обломочки вот такие мы собираем. Игра просто выглядит обалденно. Единственное, что мне не нравится, может, чувствительность мыши еще немного меньше сделать. Вот как-то так. Может, громкость даже поднять, слушайте. Вот как-то вот так вот. Потому что мышка слишком какая-то... Я что-то, по-моему, ничего не поменялось. Как мне кажется. Ой-ой-ой. Вот эти вот селедки будут на нас нападать. Так, ты кто так? Ух ты, какая штука классная. Ты кто такой? Ой, я не могу тебя переложить, что ли? Видимо, не могу. Собираем немного рыбок. Ты какой? Разбейте известняк. Окей, хорошо.
Это нам пригодится. Ну, почти, почти. Ладно. Вот, отсчет. По поводу Авроры. Что такое у нас? Сейф. Взято фрагмент мотылька. Мотылек — это один из наших кораблей, наверное, да, который мы сможем построить. Ну или как правильно эти штуки называются. Посмотрим. Так. Окей. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Так. Нам сейчас надо собирать, на самом деле, совершенно другие вещи, не те, которые я сейчас собираю. Рыбка — это все хорошо. Покушать будет ее весьма приятно. Нам нужны кристаллы, нам нужны вот эти вот обломки. Пока не совсем привычно мне то, что вот все у нас, да, левой клавишей мышки делается. Мы даже песок можем собирать. Так. Глубина 32 метра. Тут тоже за глубиной определенно следует следить. Так, все, я всплываю. Пятый лайфпод у нас. Так, что-то я кристаллов этих не вижу. А, вон, вижу, согласен. Есть кристальчик один. Второй, можно, наверное, даже еще эту чувствительность мышки понизить. А вот эта штука, как я понимаю... Дышать нам, да, воздух дает, пузыри эти. Во, да, да, пойдет. Ты что такое? Вроде на меня не нападает. Так, водоросли. Взято образец водоросли. Так. Кристальчики, давайте мы еще немного тут подышим, постоим вот в этих пузырях, чтобы не всплывать уж сильно. Поплывем куда-нибудь. А вот это что так? О, там опасная селедка. Оу. Что они, что, металл забирают? Смотрите, да? Мне показалось, что так все и было. Так, вон еще один, наверное, фрагмент чего-то там. Мотылька, наверное, или чего еще, да? Фрагмент мотылька. Да, я всплываю. Все, я уже всплыл. Никто там за мной не плывет, за ногу меня никто не схватит. На самом деле, очень-очень классная игрушка сделана в плане вот плавания. Я никогда не думал, что можно сделать такую интересную, красивую игру про выживание под водой. Так, вон, вот эти штуки нам нужны. Кварц. Окей, кварц. Так. Ну. А, инвентарь полон уже, да? Все, ладно. Поплыли. Тогда наверх, вон еще кварц. Где наша спасательная капсула? Сейчас мы что-нибудь покрафтим. У нас там есть какой-то фабрикатор, или как он там называется. Ой-ой-ой, рыбина. Рыбина прям выпрыгивает. Может, мы ее сможем словить? Может, сможем? Может... И нет, ладно, плывем. Надо что-то покрафтить. Мы себе сможем сейчас сделать некоторые инструменты, может быть. Какие-то баллоны с воздухом, например, поставим. Если ресурсов нам хватит. Сейчас будем, короче, разбираться. Так. Рыба-бумеранг, рыба-пузырь, рыба-гарри, рыба-летяга. Так, и мы можем всю эту рыбу пожарить. Вот так вот, хоп. Пожарилась рыбка одна. Вторая, мы сейчас довольно голодны, поэтому, наверное, все съедим. Вот, но как я понимаю, рыба, которую мы готовим, она долго не живет. О, медная руда, прикольно.
Съешьте что-нибудь. Да я же вот как раз собираюсь. Приготовленная рыба Гарри. Еда плюс 13, вода плюс 5. Пойдет. Рыба пузырь. Все, короче, едим. Рыба бумеранг. 20 еды, вода плюс 2. Отлично. Так, вода минус 2. Испорченный образец водоросли. Окей. Так. Фрагменты мотылька. Титан. A breach of the main drive chamber may cause a cascading quantum flux detonation. Сейчас будет взрыв, походу. Или это нас еще только предупреждают о нем. Так. Давайте посмотрим. Мы можем сделать теперь титановые слитки. Хорошо. Силикованная... Резина. Кварц нам как раз, да, на резину на эту нужно. Давайте посмотрим, какие... что мы можем сделать? Нам вот что нужно. Это вот стекло. Стекло, правильно. И сделать несколько баллонов, чтобы мы могли находиться под водой дольше. Поэтому делаем стекло из кварца. Это у нас будет два баллона. По идее. Раз баллон. Нет. Нет, а я почему-то думал, там два стекла получается. А, кварцы два, одно стекло, все правильно, хорошо. Еще один баллон делаем. Он у нас сразу количество секунд, которые мы сможем находиться под водой, уже увеличились. Так, и теперь... И все теперь. Ну, давайте можем весь металл, который мы нашли, в титан переработать. Все эти обломки. И в слиточки переделаем все. Наверное. Так, все. Больше мы тут ничего скрафтить не можем. Не можем. Медная проволока. Ну, проволока пока мне вроде бы не надо. Вода. Фильтрованная вода. Дезинфицированная вода. Окей. Хранилище. Хранилище нам пока вроде не надо. Катушка дайвер устанавливает анкеры в назначенной точке и раскручивается, когда вы исследуете что-то. Титан, образец водоросли. Я даже не знаю. Давайте скрафтим, посмотрим, что это, как это вообще работает. Анкеры назначены точки и раскручивается, когда вы исследуете что-то. Ну, водоросли у нас все равно были, девать их некуда особо. Нам, короче, нужен... Как минимум нужна просто резина, нужно еще за кварцем плыть. За кварцем плыть, так, хорошо. Мы можем выложить... Выложить в инвентарчик сюда. То, что нам не нужно, материалы вот эти, и теперь уже с двумя новыми баллонами отправимся. Да, у нас теперь ночное погружение будет. Как там наша Аврора стоит? Еще стоит. А вон, кстати, ночью зато хорошо видны кристаллы. Кварц. Мы сейчас его быстренько пособираем и сделаем себе хотя бы простенькие ласты. Потому что, если честно, я пока не знаю, как... что нам... Где, короче, добывается металл... Не металл, а материал, который... Вот тот вот... Ну-ка, стой, оп. Заберем. Нам, возможно, понадобится куда-то плыть более глубже. Так, ну мы... Да, смотрите как, да? Два баллона себе сделали, и уже другое дело. Еще мы можем вот эти кораллы ломать, собирать... Образцы.
тоже пока не совсем понятно, что за образцы. Что вот это? Установить анкер на землю. Потом просто плывите. А, все, я понял. Я понял. Это как раз все. Хорошая штука. Если нам понадобится и куда-то плыть, в какие-то там вот в эти штуки, например, да, в какие-то пещеры или еще куда-то далеко, глубоко, и чтобы мы не заблудились, у нас вот такая вот такое приспособление есть, очень клево. Но не совсем то, что нам сейчас нужно на самом деле. Титан, кварц, кстати. Кто тут? Плывем отсюда. Не напала на нас эта зараза. И это хорошо. Еще не взрывается. Тоже хорошо. Так. Новая еда. Изучено, хорошо. Так, теперь давайте делаем резину. Раз, две штуки, так точно. Так, и теперь смотрим. Можем сделать синтетические волокна. Вот пока непонятно, где брать. Серебряная руда, ясно, это для влаги тела. Так, ну давайте пока ласты сделаем себе. И то уже плавать быстрее будем исследовать мир, и уже хорошо. Уже приятно и интересно будет. Так. Ну, я думаю, переработкой ресурсов я могу заняться не на запись, пока у нас есть место. А кстати, ну давайте посмотрим, меня вот что интересует. Как эта штука называется? Строитель, компьютерный чип и батарея нам нужна. Так. Инструменты. Электроника. Батарея. Кислотный гриб и медная руда. Мы можем сделать, да. А компьютерный чип, серебряная руда и образец коралловой плиты. Так. Образец коралла. Это не образец коралловой плиты, как оказалось. Видимо, нет. Ладно, тогда пойдем еще поплаваем. Немного. Надо было, кстати, вот эту штуковину переработать сразу, и мы могли бы, наверное, да. 3, 4, 5. По-моему, уже тут можем даже себе сделать. А, нет, не можем. Там 10 нужно. Так, ну, значит, перерабатываем. Мусор и получаем слиточки титана. Все. Готово. Это теперь выкладываем. Ну, я оставлю на... Так, нож я точно оставлю. Вот эти штуки выложим. Вот эту вот штуковину оставлю пока. Можно было бы третий баллон, в принципе, сделать. Но я думаю, это не так критично. Так, никого тут нету страшного такого и ужасного. Вроде бы нету. Так, образец коралловой плиты. Я надеюсь, что, точнее, надеюсь, говорю. Думаю, что не стоит пытаться зарубить вот эту вот рыбину. Выглядит она довольно мирно. Так, поэтому мы с ней не будем воевать. Титан, хорошо. Грибы кислотные, вот, да, давайте возьмем жменьку. Мы уже сможем... А ну-ка. Образец коралла. Все, пошел обратный отсчет. И Аврора
взрывается. Окей. Мы когда-нибудь попозже там сможем сюда вернуться на Аврору и... Образец коралла. Ну, простые образцы коралла, видимо, не подходят, раз мне говорят, мне что-то там другое нужно. О, коралловые... Подождите. Во, образец коралловой плиты. Вот что нам нужно. Это, видимо, кусочки коралла чуть побольше. Так, это уже интересно. Я, наверное, слишком много забираю. У меня место сейчас довольно ограничено. Ну, по-моему, можем уже этот билдер построить. Если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Так, ласты. Я одел сразу ласт. Хорошо. Пока просто незаметно как-то, чтобы я быстрее как-то плавать начал. Кристалл соли. Ух ты. Так. Тоже нужно еще... Внимательно следить за нашими параметрами не только воздуха, но и еды, и воды. О. Можно голову просунуть. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Телефончик. Так, хорошо. Значит, у нас, по-моему, медная руда есть. Давайте делаем батарею одну. И что там надо... Серебряной руды нету. Понял. Серебряной нету, значит, нету. Коралла. Смотрите, сколько у нас. Придется выкидывать, наверное. Вот нам сейчас, мне кажется, столько всего не нужно. Правым кликом. А, не могу я здесь выбрасывать. Не дают ничего повыбрасывать. Ладно. Тогда мы немножко этого оставим, немножко этого оставим. И вот это точно нам будет нужно, поэтому... И грибочки. Грибочки. Мы оставим. Так. Еда минус 15, вода минус 17. По-моему, им все хуже и хуже становится. Нужно еду, если мы будем делать, да, то... кушать сразу, потому что она, по-моему, точно так же будет портиться, как и вот эти вот водоросли. Так, теперь мы выбросим вот этот вот хлам, которого мы насобирали. Жадность, это просто жадность. Хочется всего побольше собрать, но нам это не нужно. Кубики полетели, такие забавные. Так, значит, серебряная руда нам нужна. Хорошо, поплывем за серебряной рудой. И рыбку пособираем немного по дороге. Будем искать руду. Я думаю, ее можно также найти, как и... вот мы медь находили, титан находили, да, на вот этих вот... Вот в таких вот штуковинах. Но, может быть, куда-то нужно поглубже. Вот титан нашли, да? Поглубже, может, куда-то стоит заплыть. Вот, например, сюда. Фрагмент мотылька еще один. Ух ты. Так, 30 секунд. Нет, я поплыл. Я еще темно, здесь ничего не видно. Сейчас мы подышим. Я не обратил внимания, может, там пузыри были, которыми можно дышать, да? Но я лучше всплыву, подышу нормально. Возьму далеко всплывать, конечно. Так, обломки, обломки. Окей. Поплыли, посмотрим. Что у нас там интересного такого? Кварц — это, конечно, хорошо все. Но хотелось бы чего-то интересного найти нового. Ну, вроде ничего нет на самом деле. Как-то так вот кажется рыбка. Ну, вот
такие штуки ломать нельзя случайно? Наверное, нельзя. Так. Это что такое? Что это? Кто это? Обнаружена радиация? А, это я близко к Авроре, наверное, подплыл. Я предполагаю. Так, пузыри. Вижу пузыри. Можно немного, но на пузырях посидеть, чтобы не всплывать. Так, оп. Хорошо, давай, давай. Запузыримся. И пока можно осмотреться будет. Так. Как быстро мы наберем, интересно, полные баллоны кислорода. Звуки, конечно, тоже под водой очень клево сделаны. Так, поплыли дальше. Куча обломков, мы из этого... Да, мы не в ту сторону опять, наверное, плывем. Надо плыть явно в другую, потому что тут радиация, и радиация нам просто ХП отнимает. Вот уже 76 сейчас осталось у нас ХП. Вот, это нехорошо. Опять этот, как он называется, обломок. Фрагмент мотылька, точнее, да? Да, это я бы с удовольствием попил бы чего-нибудь. Так, вон наша. Ну, не то чтобы мы хорошо так пособирали ресурсы, но пить уже немного хочется, поэтому будем возвращаться. Ну, тут такие места интересные. Вон там коралловая труба такая куда-то. Вон там что-то красным светится. Куча. Давайте, наверное, будем тоже эти обломки собирать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это что такое? 10. Воу, тихо-тихо. Я что-то как-то рванул слишком. Я надеюсь, я не сразу захлебнусь, а ХП будет отниматься. Давай, давай, всплывай, детка, всплывай. Чуть-чуть осталось. А ХП что-то не отнимались, по-моему, даже еще. Что там было? Что там было? Так, поплыли, короче, отсюда. Что-то там было. Это, вон, по-моему, вот с этой рыбы больше воды идет. Давайте мы пособираем таких вот рыбок. Оп-оп-оп-оп-оп, ты какая ты шустрая. Так. Как будто бы, короче, там подводный какой-то гейзер или что-то активировалось. Ой, я ее чикнул ножом, и музыка сразу прекратилась. Так. Вон еще камушек такой, давайте посмотрим, что там. Титан опять же. Снова какие-то звуки нехорошие. Медная руда. Ой-о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 й
Селедка нас не догонит, я надеюсь, это хорошо. Что вот это такое? А, это мои кубики, я понял, которые я тут повыкидывал. Да. Они тут плавают до сих пор некоторые. Фух, хорошо. Рыбка. Рыба-пузырь. Приготовим рыбу-пузырь. И... пескуна тоже приготовим. Рыба-пузырь еще одна у нас есть. Ой, пескуна у нас еще один есть. Прикольно. Так, хорошо.
Вода 4 всего, нет. Видимо, по 32 еды. Короче, будем есть все, что нам воду дает. Так. Титан. Не хватает нам титана немного, чтобы что-то скрафтить. Так, ну хорошо. Ребят, на этом я, наверное, пока что серию закончу. Мы в следующей серии продолжим. Пока что я немного тут, может, как-то порядок наведу, что-нибудь выкину. Ресурсы посмотрим, может, как-то переработаю. Ну, в общем, да. Пишите, что вы думаете по поводу данной игрушки. А в следующей серии, я надеюсь, мы будем строить свою подводную базу уже. Ну, а пока что да. Всем спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в следующей серии.